Арии из опер русских и зарубежных исполнителей под аккомпанемент оркестра. В Черкесске прошел концерт, посвященный столетию Карачаева-Черкесии. Все поклонники высокого искусства могли насладиться выступлением заслуженного артиста Карачаева-Черкесии, солиста Мариинского театра Заура Алиева. На концерте побывал Али Баташев. С первых нот артист покоряет публику красотой и выразительностью исполнения произведений итальянских и русских композиторов. Солист знаменитого Мариинского театра в Санкт-Петербурге Заур Алиев на сцене с 6 лет. Любовь к музыке привил отец Харлам Алиев, народный артист Карачаева-Черкесии. Мальчик с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, школу искусств в микрорайоне Московский, где и получал уроки вокала. Заур Алиев солировал в оркестре народных инструментов «Сувенир» под руководством Анатолия Сгонникова, участвовал в различных фестивалях и конкурсах. Звание заслуженного артиста Карачаева-Черкесии Заур получил уже в 6 классе. Несмотря на свой опыт, артист до сих пор очень волнуется перед каждым выходом на сцену. Всегда есть риск сорвать ноту или забыть слова. Заур Алиев стремится к тому, чтобы исполненная песня затронула самые сокровенные струны души и сердца. И как бы сколько бы ты ни тренировался, вот даже у Лучана Павароти спрашивали. Говорит, Лучан, ну вот... Вы уверены, что вот когда вы здоровы, вы в голосе, как бы, техника все в порядке, вы уверены, что вы возьмете ту или иную верхнюю ноту? Он говорит, нет, в этом и прелесть нашей, так сказать, профессии. Так что, скорее из-за этого, из-за ответственности. В концерте, посвященном столетию Карачаева-Черкесии, Зауру Алиеву аккомпанировал симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия Алания под руководством главного дирижера Заурбека Гуккаева. Днем подкупает то, что он очень любит, прежде всего, то, чем он занимается. И он всегда как бы вот кипит желанием работать. Это качество, которое, наверное, можно заподозрить в любом артисте, но это не всегда так, и у всех разный градус. Вот он, ему все время хочется на сцену. Заур Алиев родом из Карачаевска. Живет и работает в Петербурге. Покидать страну не собирается, потому что любит свою большую и малую родину. Вдвойне и даже втройне, неважно, я счастлив увидеть лица именно людей из своего родного края. Поэтому так что я весь этот концерт, так сказать, посвящаю своим, можно сказать, людям. Вот вы к нам вернетесь еще с новой программой? Планируете когда? Ой, ну планировать, это, не знаю, как сказать, есть желание. Артисту предстоит готовиться к новым гастролям, а поклонникам ожидать новых и ярких концертов любимого исполнителя. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия.